Всем привет! Ну что, опа, я не на той странице. Вот здесь. Короче, ну что, разыграем с вами вот этого падальщика, да? То есть по марафону скинов. И прежде чем разыграем, я хочу напомнить, что сейчас, помимо марафона скинов, который закончится 10 числа, то есть завтра еще будет объявлен розыгрыш, но в четверг мы уже будем подводить итоги. В общем, не суть. Помимо этого, еще проходит воскресный розыгрыш. Все условия в описании под видосом, какие скины, тоже в описании там. А сейчас мы разыграем вот этого вот красавчика и узнаем, кто же станет его обладателем, кто же станет счастливым или счастливым обладателем. В общем, кто же... Что случилось? Куда я зашел? А, я в новое это открыл, в новом окне, да. Копируем ссылку на видос. На видос. Переходим вот сюдос. И выбираем победителя. Напомню, чтобы принять участие в марафоне скинов, нужно быть подписчиком канала, иметь открытый профиль, лайкнуть видос и написать под видосом комментарий минимум из 5 слов. И кто же... Дата окончания должна быть больше, чем... Что? Я не понял, что за бред. Должна быть больше, чем 10.02. А сегодня какое? Подожди, я же выбираю победителя. Я выбираю победителя. Но что за бред? Слушай, что за бред бредовый? Я не понимаю, что происходит. У меня все конкурсы завершены. Выбрать победителя. Давай вот так попробуем. Может, что с ссылкой? Может, что с ссылкой не так, блин? А? Так, что-то Ctrl. Я просто не стал что-то... Сейчас свет не хочу включать, но... Ну, вот он мне показывает. Вроде все показывает, все нормально. Ну, старт. Я не понял, что за бред? Короче, ребята, что я делаю? Что я тогда делаю? Я перехожу вот сюда... Под каждый комментарий я сейчас пишу цифру. То есть, ну, сорян, что сейчас это все затянется. Я сейчас, вот, и кто у нас в своем комментарии увидит номер, да, я сейчас через рандомайзер это все выберу. И какой номер в комментарии, то есть вы увидите, то есть вы и будете победителями. То есть вот так вот, то есть рандомайзер зададим. Интервал. Сейчас вы, конечно, наверное, будете там нихера не понимать, какого лешего я вам там цифры накидал там, да? Так, 9. Как бы я знаю, что это все мои подписчики. Вот, новых лиц я тут не вижу. Так, 10, 11. 12. Ну да, немножечко дольше. Вот, ну что не сделаешь. И 15. Вот, ну там, если я лайкосы там под ваши эти не поставил, вы уж не огорчайтесь. Короче, 15. Мы через рандомайзер будем выбирать. А, минимальное число 1, максимальное число будет 15. А, 1. Вот так вот. И счастливый обладатель. То есть, у кого в комментариях, то есть, я проверю, что я все всем я ответил. То есть, я всем поставил циферки, да. То есть, кто в комментариях увидит, что у него это число, то есть, тот и будет победителем. Ну, сегодня придется так сделать, потому что там что-то беда. Придется мне разбираться, выяснять, что за фигня. То есть, будем делать так. Давай, короче, генерируем. Кто же? Кто же? Цифра 2. Короче, у нас цифра 2 сегодня побеждает. То есть, я не знаю, для чего это копировать. Скопировано. Куда скопировано? Зачем? В общем, комментарий по цифре 2. Это, ну, тут недалеко. Это Мэнсори. Мэнсори, давай мы сейчас, знаешь, что сделаем? Мы проверим каналы. Здесь... А, Мэнсори, сорян. Ну, ты не это... У тебя не нету подписки, то есть у тебя не показывает, что ты подписан на меня, я не знаю, что за беда, то есть у тебя, вот, здесь ни одного канала не показывает, скорее всего, по причине того, что у тебя подписка закрыта, скрыта, ты ее спрятал и не захотел никому показать, вот, ну, поэтому придется выбирать другое число, придется выбирать другое число. Семерочка, давай посмотрим, кто же цифра 7, да, то есть я что-то чуть ребят не тупанул, как бы это, ну, чтобы все максимально честно было, давай цифру 7, 7 сейчас
Посмотрим, кто это. Цифра 7. Ой-ой-ой-ой. Так, давай теперь считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сергей, ты семерка, да, у нас? Нет, ты четверка. Ёпарасоте, блин. Пять. Девять. Ой, сейчас еще тут угадай, да, кому я семерку присвоил. Ой-ой-ой-ой. Видос, короче. Ну, я надеюсь, мы тогда по-бырому бабки там сольем на кейс батле. Раз уж видос такой затянутый. 8. Вот семерка я нашел. Your name. Открываем и проверяем. Каналы. Что такое? Где? Я не понимаю, ребята. Вот, я захожу на канал, то есть я здесь должен отражаться. То есть, если вы на меня подписаны, то я должен здесь отражаться. Значит, у вас скрытый профиль. Мы генерируем следующее число. Юрнейма закрываем, генерируем следующее число. Как все сложно. Пятерка. Пятерка. Так, кто у нас тут пятерка? 7, 8, 4. Вот, 5 я вижу. Данил. Вот, сейчас проверяем. Данила. Данил, Данил, Данил. Так, у него подписки, каналы. В каналы у него вот. Я вижу каналы, то есть. То есть, вот так вот, по сути, должно быть, если человек на меня подписан, у него открыт профиль. То есть сейчас я ищу себя. То есть сейчас я ищу себя здесь. Не, я знаю, что Данил на меня подписан, только чтобы все было по чесноку, и вы там... Вот, вот он, это я, вот это мой канал. То есть он на меня подписан, пятерка у него, поэтому, Данил, я тебя поздравляю, ты большой молодец, ты большой красавчик. Ну, к сожалению, я сейчас не могу проверить, лайкал ты видос, либо не лайкал, да, то есть вот, я все-таки верю в то, что ты... крутой чувак, ты классный пацан, да, то есть и ты видос этот лайкнул. В общем, ты становишься победителем сегодня. Ты становишься победителем, и вот этот вот падальщик твой, я тебя поздравляю. В общем, под свой комментарий пишешь ссылку, трейд-ссылку, я тебе отправляю твой приз. Вот. А завтра мы будем разыгрывать вот этот негив рыболев, который только немного поношенный. Условия все те же. Подписка на канал, открытый профиль, лайк именно вот этому видосу и под видосом комментарий из 5 слов. Какой же долгий розыгрыш получился. Все, а я, короче, лечу на кейс батл. А я лечу на кейс батл. На балансе 2 сотки с промокодом на 23%, который мне когда-то там скинул подписчик. Начинаем с бесплатного кейса. И сегодня, то есть мне в комментарии писали, что говорит, попробуй, говорит, пооткрывать кейсы богов. Собственно говоря, я это и сделаю. Плюс еще вот 25 рублей на баланс. Отлично. То есть начнем мы с самого дорогого кейса богов. Это за 120 рублей. Это кейс Зевс. А потом посмотрим, что мы будем делать. Посмотрим, как вообще Зевс даст. Как бы... благоволят ли боги мне? Это херня, походу, да? Это точно, это полная херня. Нет, похоже, Зевс мне вообще не благоволит. Есть 161 рубль, и что мы тут еще можем? На 161 рубль открыт. Раз, два, вот 77. О, смотри, раз, два, это будет 80. Вот мы вот этих три кейса сможем открыть. Вот мы их, в принципе, и открываем. Кейс 1. Странно, кейс 1, потом какой... Фобос, что такое? 92 рубля. Слушай, нормально. Один как бы дал неплохо. Один дал неплохо. Посейдон. Ну, по идее, было бы 2, 3, 4, 5. Только здесь это один. Посейдон, Арес, Аид и Зевс. Может быть, не один. Может быть, тут какая-то ошибка. Там еще что-то должно было быть там, да? Да ладно, ребята, я прикалываюсь. Это Один. Просто все зависит от того, куда... Это херня. Это херня. Вот, доприкалывался, короче. Доприкалывался, да? Доприкалывался. И что мне даст арест? Арест. Арест, ёпта. Угорел тоже. Арест. Что мне даст? Ах ты ж. 79, да? А ты 90 был, да? А нет, ты 70. 9 рублей ты мне дал. Окей, сколько всего сейчас у нас? Сколько у нас тут всего? 226. Слушай, не, ну так-то по идее я забрал, да? То есть, вот, я... Да, я как бы окупил, но... Это, конечно, не то, что я хотел. Давай мы вот это сейчас все продадим. Мы продадим. Мы сейчас откроем еще один кейс. Так, а кто у нас самый крутой оказался? Фобос. Откуда выпал Фобос? Отсюда, да? То есть ты, короче, один... Ой, тьфу, ты Один оказался самый крутой. А что у нас с Аидом? Что же с Аидом, который владеет закат? Ну, ладно, Аид. Аид вроде пока самый ровный пацан оказался, да, из них. Окей, окей. Так, давай мы тогда, знаешь что, мы сейчас по зеленым амонгам пройдемся, да? Как бы... Ну, черт, я смогу только еще одного открыть. Сверхновая. За 42. Угу. Сверхновая за 42. Красный. Ну, давай красный посмотрим. Падлы, не хватает. Вот буквально 2 рублей не хватает, чтобы... Малахит.
109. Ну, хорошо, хорошо. Чё, может быть, мы тогда откроем раз, два, три, три сильвера. Три сильвера, да, откроем. Посмотрим. Или... Давай посмотрим. Сейчас откроем три сильвера. Три сильвера. Блин, у меня цель-то какая? Цель у меня... У меня цель на самом деле открыть этот... Айзек. Ну, так-то хорошо дало. Чё, сколько по всего? 338. Ну, нормально. У меня цель на самом деле... Цель на самом деле... Так, вот это вот надо продать. Продать. Еще раз Сильвер открыть. Я хочу себе дуалы. Я же говорил, да? То есть, ну, дуал-берец, которая... Дуал-берец, которая... 9,99. Хороший неистовый даймы. 5-7. Так, апгрейды. Так, редкость. Подожди, а здесь нельзя, что ли, название ввести, да? То есть я могу только... так. Тык-тык-тык. Ну, вот эти 3-4 пушки я попытаюсь, знаете, что сделать? Я попытаюсь их... из них сделать дуалы. Вот, из них я попытаюсь сделать дуалы из этих 4 пушек. Здесь, так. От... ну, давай от Сатена. Давай от Сатена и посмотрим, что есть. Дуал-берец. Блин, почему здесь нельзя название-то написать? Ёлки-палки. Дуал-берец. Сейчас придется их искать, где они тут есть, да? Ну, тут за 100 рублей дуалов нету. Вот это и хреново, что нельзя написать, короче. А вот, я вижу первые дуалы. Дуал-берец, черная лим. Но мне нужны статрек. Мне нужны статреки. Ну, черт с ним, давай пробуем. Давай пробуем. Что, зайдет, что ли? А, нет. Нет, не зашло. Ну, ладно, так, давай у тебя, но только мы уже рублей давай за, ну, давай за, так, сколько ты, за 300 давай, за 300. Короче, будем пробовать на 10% сделать какие-то дуалы. Блин, может быть, это все продать, еще попробовать раз открыть этого, который там Зевс. Может, Зевса еще раз попробовать открыть, может, Зевс хочет. О, статрек, вот они, есть статреки. Сувенирки я не буду делать. Потому что у меня цель сделать статреки. Вот мы их сейчас и будем ловить. Вот на вот этом и на вот этом тоже будем ловить, пробовать. Так, стой. Вот так, 8,75, давай. Если поймаем, то будем потом... Ну, если сейчас что-то зайдет быстрее, чем вот это. Ладно, ты не зашла. Ты... Ну, я вот так хочу попробовать. Давай. Потом будем... Потом будем ловить эту. Либо попробовать потом вот эти вот, да, то есть, хорошую, то есть прям, так, опять началось в колхозе утро. Ну, ты опять здесь останавливаешься, да, сверху, можешь попробовать 30% поймать, а, можешь попробовать на 30%. А, малахит. А, интересно, 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 да? Ну, давай, хер с тобой, давай. Давай, короче. Я постоянно говорю, я это заберу там. Ну что, зашла? Зашла, найс, отлично. Залетела. Так, ну что, мы сделали это. Мы это сделали. Все, у меня появились дуал-береты. Стотрековские, ребята. Мы это сделали. Потом следующее, что у меня будет, я буду... Так, а сколько? А, у меня, если я это продам, я думаю, открыть может еще, типа, Аида один раз открыть там, да? Зевса 120, а я даже если продам, чутка не хватит, поэтому смысла нету. Вот, поэтому я ничего не продавать не буду. Да, я сделал, сегодня цель моя достигнута, статрек, два билета я сделал, то есть 400, ну, x2 там сделал, короче, x2 сделал. Нормально, нормально. То есть я это забираю. Ой, ёпта, это забыл куда забирать. А завтра мы снова будем на кейс батле, и завтра я буду уже... Мне надо будет посмотреть, что мне там надо еще. У меня там несколько еще пушек надо, которые статрековские, которые я хочу полностью себе собрать инвентарь из статрековских оружек. Вот. А потом посмотрим, чем я буду дальше развлекаться, чем я буду дальше забавляться. В общем, ребята, на сегодня это все. Принимайте участие в розыгрышах, принимайте участие в марафоне скинов, в воскресном розыгрыше. Конечно же, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, предлагайте, на каких сайтах можно подкрутить, пооткрывать. Я с удовольствием на это отреагирую. И пополняйте, главное, вот этим промокодом, который вы видите у меня на рамочке. Все, ребята, всем пока, всем до новых встреч.